покажем вам и расскажем о раскрасках, которые нам подарили в ресторане на акции. Да. Вот такая раскраска у меня. Я вам уже в ресторане. А у меня такая, я тоже. Вот жаль. Сейчас смакуем. Вот здесь показано рисовать платье. Вот здесь вот такая платье. Как рисовать платье? Ну вот. Сейчас я открою и покажу, какие там девочки есть. Там две разных. Только две. Так. Еще я здесь посмотрела, что здесь есть трафаретики. Здесь можно на девочках обводить и потом раскрашивать. А еще здесь вот такие фонари есть. Сейчас покажу. Вот. Вот такой есть. Вот такие есть. Это. Дальше есть вот такие. Красивые тоже. Так, вот есть вот такие. Вот такие. Так, вот такие. И все, последний. Синенький. А, еще забыла показать. У меня есть наклейки, платья всякие. Вот есть. И еще есть украшения наклейки. Вот они. И всякие туфли, сережки, браслеты. Ну вот, есть вот такая девочка. Как не видно. И вот такая. Смотрим, показываю свою сказку. Здесь показаны такие клетки. Здесь у меня три отдела наклейки. Вот наклейки. Вот наклейки. И вот наклейки. Те, которые наклейки вы не увидите, сейчас я покажу на киска. Вот. Вот здесь нарисованы киски тоже. Это вот такая вот киска. Вот такая. Вот такая. Вот такая вот раскрашенная. Вот такая киска. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Вот такая кошечка. И вот такая я раскрасила.
И к этому приложению еще есть приложение. И к этой краске еще есть приложение. А еще она называется топ-модель. Давайте покажу девочку, которую я уже раскрасила. Какой стиль придумала. Если красивая, пишите комментарии, что красивая. Кому понравилось, ставьте лайки. А еще, какие вам киски мои понравились, напишите в комментариях, какие. Все, всем пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока.